что ж, здравствуйте, друзья, гости, подписчики моего канала, с вами Эльвинадан. И как вы видим, сейчас у нас такое задание, я только что вошел, и уже задание в игре, я в эти 5, 6, 7, возможно, 7 дней не играл в ТО, потому что был занят. И над компьютером было один раз, нечаянно поставили пароль, еще один раз, не знаю почему, из-за того, потому что я много играю, наверное, но я и не так-то уж много играл, тень один летсплей снимал и все, там, возможно, часик или полчаса сидел над компом, ну, в общем, суть не в этом. Сейчас в задании у нас, я только что почитал, посмотрел, говорит, первое задание. Набери опыт в битвах, и приз, и комплектов 9, двойная защита 31. Ну что ж, как мы видим, у нас сейчас, или комплектов, то есть я не могу сейчас сказать, то есть потому, когда, потом, когда у меня эти очки наберутся, рекомплекты и эти защиты будут у меня так автоматически прийти, или же я должен выйти из битвы, он показать, должны показать мне, поздравляем, в общем, ты сел это задание, и сейчас мы дарим тебе эти 9 рекомплектов и двойной защиты. Одну минутку, простите. Вот, просто закрыл дверь там. Ну, в общем, перейдем к второй задании. На втором задании у меня тут написано «Займите первое место в битве». Один разок, то есть. Ай, да, кстати, я в этом первом задании не сказал, что надо набрать 90 очков. Ну, в общем, на втором задании займи первое место в битве. Приз рекомплектов 10 и двойной защиты 35. Ну, вы это уже представляете, очень много денег тут. И, в общем, потом, когда мы закончим эти задания прочитать, я вам скажу мое мнение. И на третьем задании у нас набери опыт на карте Кунгур. 300 опыта. Ну что ж, приз 10 ремочек и двойного урона, это уже ДДшечка, 35. Ну что ж, друзья, как вам сказать? Мое мнение, это лично мое мнение. Эти задания очень много, да, платятся, но, ну как вам сказать, нечестно. То есть, скажем, будет задание, не знаю, не, ну такое точно уже не будет, наверное, это мое мнение. Возьми ТДшечку, 5 ТДшечек, и, то есть этих ящиков. Значит, ты, скажем, идешь завоевать точку, и у тебя на пути ДДшечка, и это тебе очень пригодится, потому что ты врубил нетру, скажем, идешь на диктатор или на викинга в полигоне, скажем, и врубил, как это там называется, респался в острове, должен идти завоевать точку. И это последняя точка, чтобы вы завоевали и выиграли, скажем, то на первом месте. И счет сравнен, равнен 99 на 99, то, скажем, вот так. Кто наберет 100 этих, как там, поинтов, наверное, можно и так сказать, кто-то выиграет. В общем, ты идешь, уже врубил нетру, пока добирался до туда, уже врубил ДАшечку, и у тебя впереди падает ТДшечка. Ты должен взять и какой-то нубик, скажем, ну, не знаю, кто-нибудь придет и оттолкнет тебя и возьмет эту ТДшечку, и у него было перед этим ТДшечка. Ну что ж, друзья, это минимум, как вам сказать,
дурацтво. Тут нету смысла вообще. Ну, как вы уже видите, я сейчас все это с вами обсуждаю, разговариваю. Потом, когда я закончу, мы перейдем к моему летсплею. Ну, скажем, такой короткий был сегодняшний этот обзор заданий. Всем спасибо за это внимание. Сейчас я поставлю видео на паузу, но... Могу закрыть. Мы сейчас... Кто-то добавил меня в друзья, наверное. Ну, не знаю, кто они. В общем, принимаю, потому что у меня тут в друзей... Это не мой аккаунт, как вы видите. Посмотрите, сколько друзей тут. Море. Ладно, перейдем, наверное, в первый сервер. Вот. И войдем в Кунгур. Ну ладно, не буду поставить видео на паузу, просто так вот зайду в битву, посмотрим динамичные тени, все отключено. Все окей. Ладно, Кунгур мы должны искать. Кунгур. Я не могу открыть битву. Вот, Кунгур ХРВР. ХРВР. Ну тут уже, нет, 4-0, проигрывают, не успеем ничего сделать. Нужен еще один кунгур. Ну ладно, если нету пробитвы, то надеемся на... Ладно, тут нету без пробитвы. Ну ладно, давайте-ка войдем или... Нет, не знаю. Я в первом месте в ХР, не так-то уж хорошо играю, можно так сказать. Ну ладно, второй сервер, ну-ка давайте-ка войдем. Посмотрим, что можно делать. А вот тут-то кунгурчики есть. Вот кунгур 6-5, 1-0. Ну ладно, куда-то спешать. Наверное, войдем вот сюда. Ладно, когда уже загрузка пойдет, я включу запись обратно. И вот, друзья, я вернулся. И продолжаем мы с вами играть в ТО. Я играю на карте кунгур на сочетании викинга Твинс на фулнарке. На красочке, то есть Инферно, в общем... Нашел все-таки я такую битву и буду здесь, наверное, быть на первом месте. Будем надеяться хоть на это. Вот, взял флажочек, мой друг. Но, блин, как это тут лагает. Да ужасы лагает. Это так неинтересно. Ладно, сейчас потерял флажочек. Будем тут ищать. То есть, нет, не потерял. Кто-то взял наш флажочек. Да, блин, как это тут лагает. Я несколько дней не играл. И сейчас такие лаги. Да ну, попал. А я тебе в минус. Да ты что, мой братик. Да шучу ты меня, не брат. Да блин, уничтожил смока меня нахрен. Ну что ж. Раз так, сейчас я тебе скажу, кто тут хозяин. Ну вот, Изя пришла. Изя наша Нарна. То есть нет, не ты был Нарном. Но там смока есть такая. Ты, блин, эти лаги. Из-за лагов я не могу сосредоточиться на выстрелы. Хоть и смоки очень быстро набирают другой. То есть, как это называется, баллон для выстрела. А ну-ка, посмотрите, блин, эти лаги надоели. Да ты что? Вот, давай лучше флаг у меня останется. Вот, молодец. Я буду где-то здесь ждать. Вот. Будем ждать. Ну что ж. Тут никого нету. Да блин, черт так лагает. Чит! Будем поставить тут минку. Да нет, иди ты нах. Да что ты мне делаешь? Я в ДДшечке. А ну-ка посмотрите, он столько стрелял, а я на ДДшечке был. И на ДАшечке. И вот. Ни хрена он не снес. Очень мало, если бы снес. Даже, не знаю, заминировать ли мне тут. Ладно, давайте-ка будем минировать. Вдруг пригодится. Не можешь сказать. Ну... Пока что нету возврата. Ах, смока! Нет, аптека у меня не прокрутилась, блин! Дайте мне прожить! Ты что пришел, гад? Нет! Все, возврат флажка. У этого фреза получилось. Я, хоть у меня была
Защита 49%, но все-таки этот фриз смог что-нибудь сделать со мной. Ну ничего, врубаем Деаху, хоть немножечко, по-моему, сейчас лаги прошли. Да ну, громозавр пришел там. А ну-ка, что ты вы? Что ты, мазохист, самоурон наносишь? А нет. Этот гром точно мазохист. А ну-ка, иди ты отсюда, аптека... Нет, не будет сейчас. Не аптека. Это там фриз этот тот был? По-моему, нет. Там, наверное, релька пришла. Сейчас мы тебя убьем, мой друг. Нет, не убьем. Ну, все-таки. Думаю, тут мне не будет так приветствовать дружелюбных. Тут точно уже нет, чтобы дать мне немножечко быть на первом... Что я говорю, немножечко... Быть на первом месте. Вообще, быть на первом месте мне не удается. Тут не удастся. Аптека прокрутилась. Вот, врубим аптеку. А теперь... Да ну нахрен. А ну-ка, сумо канарное. А ты-то винснарный. Идите вы нафиг. Да нет, ну, тут в первом месте уже точно я не смогу быть. Ну что ж, давайте-ка врубим эту... Нет, нет, ты, рак. Ну, блин. Хоть бы я взял это Деаху, врубил Дедеху, и тогда бы пошел за флажком уже. А нет! Нет, 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 нет. Ну это был мой самый огромный ракство в этой битве. Что? Что он сделал? А ну-ка посмотрите, он хотел поставить минку тут и сам упал. Лох! Лох, настоящий лох. Ну, рак. Да ты что, хочешь меня убить, брата? Нет, чув. У этого чела ничего не получится у меня. Нет, брат, у тебя тут точно ничего не получится. Что-то у меня настроение сегодня такое огромное. Ну что ж, попытаемся сейчас затащить флашочек. Вот врубаем нитру сейчас, кстати, я на фул нарке, так хорошо буду ехать. И, наверное, доставлю этот гребаный флаг. Нет, блин, у меня лаги? Нет, все-таки нет лагов. Ну, все-таки сейчас кто-то, какой-нибудь долбоеб, сейчас меня убьет. Да ну нахрен, да ну нафиг. Сейчас релем попытать, это реле было в ДДшечке. Будем тут скрыться. От всех этих извращенцев. Тут поставили минку, вот. И быстро нахрен. Ой, видели, видели вы это? Вы это видели? Нет, нет. Кат, давай заморозь, пожалуйста. Не... Да, да, все. Молодец, красава, фриз. Вот поэтому я фриза люблю. Всегда помогает в дефе. Всегда. Врубаем Деаху. Тут надо... Не в минус идти. Вот, давай-ка я возьму флаг. Я так в тот раз взял. Это реля там в ДДшечке. Ах, они возвратили флаг. Я даже не... На это не... Делаю внимание. Ну что ж, до конца битвы 5 минут. Ну, на первом месте я уже вряд ли попаду. Там уже реля там прицелилась на меня. Да ну нафиг, да ну нафиг. Сейчас... ДДшечку врублю. И вашу мать. Аптека, аптека, аптека. Вот. Да ты что? Да Винса в ДДшечке третьим хочешь убить? Да ну фиг с тобой. У меня сзади Изя будет лечить. Со всеми расправился. Ну, хоть бы возвратите флаг, блин. Спасибо. Я не могу писать в чате и показать вам один фокус. Вот возврат. Деха, врубаем. Это шанс. Это огромный еще шанс. Шанс, говорю. Это огромный еще шанс на то, чтобы доставить этот гребаный флаг. И... Да, друзья, я доставил флажочек. Я доставил этот чертов флаг. И... Я на... Нет, я не в первом месте. Но этот... Реля меня уже на нервы действует. Но все-таки убила Реля. Долбоёб несчастный. Ну что ж, я на седьмом, то есть, нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну все-таки, да, на седьмом месте. 3 минуты до конца битвы, можем еще один флажочек затаскать.
Ну, как вы видите, эти лаги, все это мешают эти лаги, но если бы не эти лаги, то я бы смог хоть что-нибудь сделать, но... А ну-ка, посмотрите, вот все эти лаги делают эту игру нединамичным. Но все-таки мы в этом задании, не знаю, что мы сделали в этой задании. Аптека. Ну нет, эти лаги опять. Но все-таки я аптечку успел врубать. Да ты что? ДДХ! И бесполезно это ДДХ, потому что сейчас меня там эта долбанная рельса убьет. Ну все. В общем, танков уничтожил, 10 раз умер. В общем, плохой счет все-таки. Ташечку врубаем мне эту нитру. Сейчас бы нам взять, вот. Давай, доставь флаг, мой друг. Я буду идти за флажком. Потерял наш флаг, да ты что, кто-то там потерял. Ну, в общем, фиг с тобой, аптека, это гребаная аптека. Доставил флаг, вот. Да ну нахрен! Да что с вами эти лаги? Ну что ж, последние минуты я больше не хочу переодеваться. Хотел бы надеть скалу, а там мне пригодилось, смока есть, там твинс есть. Ну что ж, пригодилось на всяком случае, но так тоже неплохо. Не знаю, там... Смог я, ой, ненавижу это сочетание, викинга смог, очень опасное. Я всегда, когда вспоминаю эту, как там, сочетание, всегда, не знаю, из-за чего, очень, как там называется это слово? Блин, одну минутку я был на автопилоте, не помнил, что я говорю, то есть что это там падает. Ладно, давайте-ка врубим ДДТ-аху. Вот. Я. Да, страшно, хотел это слово сказать. Когда вижу это сочетание, всегда страх меня захватывает. А ну-ка ты! Уходи! Отошел! Ты тоже! Ну все, он просто ранил мои чувства. Ну все, нетрушечку, сейчас доставка флажка и аптека, но там внизу я вижу аптеку эту. Все-таки сейчас меня убьют. Меня убьют! Я не хочу, чтобы меня убили. Речи Изя, вот молодчина, красава эта Изя. Вот молодчина, нет! Нет, черт! Чит! Вот возврать флаг. Я доставлю флаг возврать. Вот молодец, красавчик. Ну, молодчина. Ну, все-таки я на... Все, раз, два, три, четыре, пять. На пятом месте. Ну, хорошо. Хоть немножечко радует, но 309 очков заработал. Ну, как видите, я уже заработал столько очков. И нифига. Вот, тут ремка врубил. А ну-ка посмотрите, что я так, то есть, что я наделал тут. Там ремка лежала, я как рак врубил ремку. Ну что ж тут, ничего не скажешь, минимум матом будешь с собой ругаться. Вот так вот. Ну тут аптеку я больше не могу врубить. Вот, я получил 312 кристаллов. Ну... Битва была неплохая все-таки. Выйти, ну-ка, из этой битвы, вот. Ну, как видим, у нас задание, вот. Тут такой вопросительный значок. Не знаю, для чего это. То есть, это, наверное, то, что я закончил это задание, вот. Набери опыта на карте Кунгур, вот. Приз, ремечек 10 и 35 этот, этих двойной урон. Ладно, сейчас я возьму, но перед тем войду в гараж, чтобы посмотреть мои ремки. Где-то, вот 5 ремок и 6 дах. Ну что ж. Взять. Все, я взял. Вот, как видим. Добавились, да. Что? А, ДДшечек, он сказал. Я думал, что ремочек. Ташечка. Ну, в общем, было круто. Да, мне понравилось, что дали
столько Криса, как там называется, Нары. Но главное, что чтобы они не дали Крисы. Ну да, я бы захотел, чтобы они дали Криса, да, было намного выгоднее, но игра не в игре потерял, будет потеряна этот экшен, потому что эта игра какова, по-вашему? Ладно, я неправильно выразился, не экшен, а как его там, неправильно будет так, потому что для разработчиков. Ну что ж, дорогие разработчики, вы сейчас думаете, что вы добавили задание, и у вас, то есть это будет к игре намного лучше. Ну нет, фиг с вами. Если вы были намного умнее, простите, конечно же, вы можете закрыть мой аккаунт, забанить меня навсегда, но я все-таки скажу это. Мне это не так-то уж интересно, что будет с моим аккаунтом, ну что-то там будет. Это не мой аккаунт, это Ашо. Сперва говорю вам, и мой ник, как вы знаете, Эльвина Дан. Можете закрыть именно этот аккаунт, я там задонатил 20 тысяч драмов. 20 тысяч, это... 2000 рублей, по-моему. Ну, в общем, не имеет значения. Это был год назад. Ну что ж, дорогие разработчики, если были бы вы намного внимательнее, то вы не сделали такие задания. То вы сделали хоть... Если сделаешь, получишь про битву. Если сделаешь, то можешь играть на этом краске, скажем, полчаса. Ну не так, так. Если будут кристаллы или же хоть нарки, но нарки очень много, так тогда все будут в битве нарить и, скажем, той динамики, которая была в предыдущих летсплеях, вообще в прошлом, в этих 2 дня или 1 день, или же, возможно, сегодня были эти задания, не будут. Эти динамики. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, очень прошу, пишите свои комментарии об этом. Я очень хочу узнать. Я знаю, что я очень много протупил тут, очень много чего неправильно сказал. Возможно. Ну что ж, пишите в комментариях. Я знаю нескольких моих подписчиков, что они будут писать свои мнения и правильные. Ну что ж, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на новые видео, и тогда у вас задание будет такое задание, что убивая одного танка, и получишь краску дьявола Кудмудона навсегда. Было очень тупо, но все-таки спасибо за просмотр, пока, до новых встреч.